Это не бассейн и не лужа, это затопленный подвал жилого дома. Семья Семеновых живет в доме на улице Менделеева уже 15 лет. Раньше сточную воду с помощью насосов сливали в общую канализацию. Но год назад, по словам жителей, насосы убрали, якобы для замены на новые. Но до сегодняшнего дня насосы так и не вернули. Некоторые жители выкачивают отходы с помощью частных осенизаторских компаний. Но это накладно. Раньше, когда были воды, как-то жители, вот видать, жаловались, поэтому нам и поставили вот эти будки. Поставили, они работали, эти дренажные отсосы, все. Только приехали их представители на машине с краном, вытащили сердцевину, все перестало, будка работать. И вот такое вот началось. Проблема канализационных стоков коснулась не только жителей одной улицы. В семье Натальи Ли ситуация не лучше. В канализационном колодце вода скапливается регулярно. От нее идет невыносимый запах. Мало того, отходы выливаются уже и во двор. Бежит все. Жильцы обращались за помощью в различные инстанции, но толку нет. Жители негодуют, что везде только обещание устранить проблему, а дело с мертвой точки не сдвигается. В городском отделе благоустройства нам пояснили, что на этом участке необходимо прокладывать новую канализацию. Об этой проблеме мы знаем. Мы не можем позволить насосам работать вхолостую, поэтому ставим их поэтапно. Сейчас наши сотрудники изучат проблему, и мы выкачаем всю воду. Там в каждом доме, вы видели, стоят септики. Они накапливаются, так как люди водой пользуются. А как таковой канализации там нет, ее нужно проводить. Но мы проблему, надеюсь, решим, чтобы жителям не было больше проблем. Жители улицы заявляют, что не намерены долго ждать и смотреть на бездействие властей. Если проблема не решится, то будут жаловаться уже к руководству области. Шудин Саидов, Константин Исупов, Константин Гашев, информационная служба телекомпании «Утрар».